Вот так в одном доме по улице Высоковской начинается утро. Мама Ольга с 12-летней Иустиной поднимают настроение, развлекают друг друга. 2 года назад супруги Месиюк стали приемными родителями в доме семейного типа и ни разу о своем решении не пожалели. Мы думали над этим вопросом, справимся ли мы. Это не такое прямо, чтобы сразу принять решение, конечно, нет. Небольшой опыт у нас был с приемным ребенком. 7 лет девочку мы взяли с детского дома, Великие Лётцы, и мы посмотрели, что могли бы еще взять деток, поэтому решили попробовать стать кандидатами в родители-воспитатели. И я не пожалела, ни одного дня не было. Труд очень огромный, требует действительно энергии, сил, но когда ты вкладываешь душу в каждого ребенка, ты получаешь такое огромное счастье, любовь ребенка. Я являюсь отцом этого нашего большого счастливого семейства. Дружная семья – это всегда хорошо. Вот. И легких не бывает ни детей, ни семей. Вот мы справляемся, дети все довольны, мы любим детей, дети любят нас. 10-летний Матвей – родной брат Иустины, любит играть с сестрой и наводить порядок в комнате. У Матвея никогда не найдешь разбросанной одежды или игрушек. Ну а девочки – лучшие помощницы на кухне. А большая часть хлопот все равно лежит на маме. За каждым проследить, одеть, накормить, а где-то и приласкать. Ведь эти дети, как никто другой, нуждаются в заботе и любви. Мама – это очень хороший человек, она может помочь, может поддержать, где-то дать совет. Всего в семье 6 детей, 2 родных и 4 приемных. Самый младший и самый старший сейчас находятся на оздоровлении. И для каждого в графике мамы есть своя особая минутка. И дети это ценят. А еще чувствуют, что каждый в этой семье любимый. Вместе смешно. Нас мама по утрам будет, вместе с песней приходит, запевая. Мы все разные, вот, по психотипу. Но находишь эти методы, уже просто подсказывает сердце, как к этому ребеночку. Вот где-то нет настроения у него, я уже так вот аккуратненько с ним, вот что случилось, что там. И бывают, конечно, моменты, что дети не хотят разговаривать, но это те же кризисные моменты. Ну потом все хорошо. Решаемо. У каждого из детей своя непростая история, но в большой семье знают, что любые невзгоды легче пережить вместе, а также с верой. Поэтому семья ходит в церковь, а дети в воскресную школу. Многодетная мама Ольга уже не представляет себе другой жизни. Ее душевного тепла хватает на каждого. Кстати, скоро в доме появится еще один ребенок, и родителей это не пугает. Они уверены, что если быть вместе, то все будет по плечу. Я себя чувствую мамой. И уже без этого не могу. Дети это приходят взрослые, и каждому нужен такой уже подход. Я благодарна Богу за то, что я оказалась в этом доме. Людмила Логодич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.